Всем привет, коты! Рада помахать вам лапой на своем YouTube-канале HiRise Котофейка Home. Сегодня, как вы могли прочитать по обложке, мы будем говорить о семи способах по заработке голд. Этим видео я, возможно, кому-то помогу, кстати, я этими способами даже пользуюсь, поэтому можете спокойно ими пользоваться. Также сразу предупреждаю, что идея не моя, приятного просмотра коты. Первый способ у нас — это продажа фулл-трейда эмоций. Для этого мы заходим в магазин и нажимаем на «Эмоции» и покупаем. Также вы можете создавать другие аккаунты, делать задания, получать баблс и покупать эмоции, передавать их себе и уже потом продавать фулл-трейд их кому-нибудь за 50 голд. Второй способ очень важный — это игра в ивенты. Ведь чем больше вы наберете купонов, то тем больше вы сможете получить голд. Если вам не нужны вещи, которые вы собрали на ивенте, то вы можете их продать. Некоторые вещи даже довольно таки за крупную сумму. На очереди у нас это третий способ, это просмотр рекламы. Но она не у всех есть, поэтому этот способ не сильно работающий. Но если она у вас есть, то вы можете смотреть и переводить себе голд. В четвертом способе нам нужно будет потрудиться это у нас ходьба на раздаче. Посоветую вам переключиться на английские раздачи. Для этого нам нужно просто поменять язык. На английских раздачах довольно-таки легко заработать голд. На некоторых раздачах нужно просто создавать скины на тему либо на цвет. И вам будут давать голд за ваш скин. На некоторых вы можете просто получать голд, если вы, например, стоите. Также вам могут дать голд, если вы будете спамить под постом. На русских раздачах популярны разные игры. Например, смайлы, ручей, забор. Если вы выиграете, то вам типнут голд. Пятый способ у нас – это продажа вашего хлама. Если у вас есть ненужные дешевые вещи, то скорее бегите их продавать. Вам нужно в постах вести full trade. Найти пост, где написано бы full trade rar И готово пишите человеку, кидаете ему трейд с редкими вещами, и он вам дает голд. И еще ищите, как можно больше цену, то есть кто-то покупает за 40. А вы можете найти за 50 или 60. Еще можно продать свой необычный хлам. И, наконец, последний шестой способ — это участие в гивэвэй. Конечно, шансы на победу невелики. Но вдруг вам повезет, и вы выиграете голд или вещи. В гивэвэй легкие требования вам нужно просто подписаться, лайкнуть, оставить комментарий. Можно репостнуть или где-то отметить своих друзей. Также вы можете участвовать в гивэвэй, где мало участников. Например, человек с маленькими подписчиками, и тогда шансы увеличатся. Седьмой способ я расскажу вам в следующем видео. Также хочу вас предупредить, что никогда не нужно попрошайничать. Но ну, постоите, вы час-два заработаете 5-10 голд. Вы можете мешать другим людям играть и бесить, поэтому не советую вам это делать. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Буду рада твоей подписке, лайку и комментарию. Пока-пока, коты.